Новости в эфире информационного канала Севастополя. В студии Дмитрий Дудко. Здравствуйте. Смотрите далее. Классный. Очень нравится. Премьер-министр Дмитрий Медведев подарил севастопольской художнице Алисе Егорочкиной альбом с фотографиями. Снимки были сделаны политиком в разных уголках мира во время рабочих поездок. Даже такие небольшие дома являются нашей работой, это наша задача. В доме номер 26 по улице Древняя завершили восстановление фасада. Наконец-то у нас сделают дорогу. На улице Косарева начали ремонт дорожного покрытия. В Севастополе программа капитального ремонта реализуется и в старом фонде. В доме номер 26 1917 года постройки по улице Древняя завершили восстановление фасада. Стоимость ремонта более 700 тысяч рублей. Работы завершены со значительным опережением сроков. Вместе с местными жителями объект проинспектировал глава Севастополя Дмитрий Овсянников. Александр Тимофеев продолжит. Дому номер 26 по улице Древней уже 100 лет, но теперь выглядит как новострой. Работники заделали трещины в фасаде, на стены нанесли новую штукатурку. У основания привели в порядок бетонную отмостку. По просьбе жильцов заменили деревянную дверь на металлическую. В качестве подарка подрядчик установил в подъезде большое пластиковое окно. Те рабочие, которые здесь были, нам очень понравились. Они работали быстро, тихо, они все убрали. В общем, все были довольны, даже хотели писать благодарственное письмо наши жители. Вот, поэтому мы рады, что такая компания нам попалась. Качество восстановительных работ проверил глава Севастополя Дмитрий Овсянников. Итог инспекции – реконструкция выполнена на отлично, но придомовую дорожку нужно привести в порядок. Руководитель города подчеркнул, ремонт старого фонда является неотъемлемой частью программы капремонта. Я рад, что жители, проживающие в доме, довольны, что компания не доставила неудобств, сделала все в компактные сроки, некоторые небольшие виды работ добавила. Я считаю, что такое отношение оно должно характеризовать всех желающих работать в Севастополе, компаний, которые у нас работают по линии капитального ремонта. Программа капремонта в Севастополе рассчитана до 2030 года. В случае необходимости список домов корректируется специальной комиссией. Чтобы принять участие в программе, жители могут обратиться в муниципалитет по месту жительства. Когда какой-то из домов мы переносим на более ранний срок, автоматически становится вопрос, что какой-то из домов необходимо сдвигать на более поздний срок. Приоритетную роль в этой работе должны играть органы местного самоуправления, которым более понятна ситуация в целом по муниципальному образованию и которые могут организовать подготовку необходимых документов. На сегодняшний день отремонтировано 15 фасадов. До конца года планируют сдать более 40 объектов. Александр Тимофеев, Мария Буйлова, информационный канал Севастополя. В городе продолжают ремонтировать дороги. Вчера работы начались на улице Косарева. На этот объект выделено почти 4 миллиона рублей из городского бюджета. Сдать в эксплуатацию дорогу обещают через 2 недели. Дорожное полотно на улице Косарева не ремонтировали лет 30. И вот 10 августа на участок зашла техника. Дорожное покрытие находилось в неудовлетворительном состоянии. Были выбоины, колейность. Значит, нормативный поперечный и продольный профиль был не в нормативном состоянии, поэтому было принято решение провести здесь ремонт дорожного полотна. Участок дороги, на котором начались работы, осмотрел заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров. Протяженность 360 метров, площадь 3000 квадратных метров. Задействовано порядка 15 единиц техники и 10 рабочих. Сейчас идет фрезеровка, хорошая техника, наша государственная, Севавтодор. Фреза хороша тем, что сразу выставляет уровень и разуклонку дороги, задает для дальнейшего асфальтирования. Ну, а дальше традиционно будет 2 слоя, выравнивающий и верхний. Соответственно, я думаю, что там числу к 23-24 весь участок дороги будет сделан. Сначала рабочие в течение 3 дней будут снимать деформированное дорожное покрытие. С 14 августа они приступят к укладке выравнивающего слоя. Тут ямы уже были. И ямы довольно такие были, что невозможно было проехать. Сейчас, если сделают дорогу, будет замечательно. Живу с основания этого района, с 89-90 года. Здесь, ну, я так понял, что вообще никогда мелкий латочный ремонт делали. Ну, настолько приятно, что наконец-то делают. Почему? Потому что вот у меня внучка, если вы видите,
Так вот, возле магазина после дождя пешком дорогу было не перейти, а сейчас, ну, надеемся, что все будет хорошо. Наконец-то у нас сделают дорогу. Сколько уже лет? 5 я тут живу, да, на районе. Ну, вот как-то и на велосипеде ездил. И в Украине ничего не делала. Сейчас хоть что-то начали делать уже. Дороги, да? Не ямы, сейчас дай бог, чтобы сделали. Вообще, смотрю, в городе хоть стали дороги делать наконец-то. Работы подрядная организация будет вести ежедневно с 4 часов утра до 11 вечера. На весь период ремонта на участке ограничат движение. 83-й маршрут, который здесь курсирует, будет следовать в объезд. Исключение сделают для водителей, которые живут поблизости. Святослав Данилов, Виталий Коломеец, информационный канал Севастополя. 9 августа 18-летняя туристка сорвалась со скалы и упала с 3-метровой высоты. Несчастный случай произошел на мысе Фиолент в районе Маяка. Девушка получила рассечение затылочной части, черепно-мозговую травму, множество ссадин и ушибов. На место оперативно прибыли спасатели Центра гражданской защиты Севастополя. Они оказали ей первую помощь и передали бригаде скорой помощи. По словам спасателей, подобные несчастные случаи участились из-за того, что севастопольцы и гости города при переходах по опасным участкам не соблюдают меры безопасности. Хотелось бы предостеречь людей, которые собираются посещать скальные массивы, о том, что нужно соблюдать в первую очередь правила охраны труда, не находиться в алкогольном опьянении, одевать обувь, которая именно предназначена для преодоления данных массивов. 8-летняя севастопольская художница Алиса Егорочкина получила подарок от председателя правительства России Дмитрия Медведева. Несколько дней назад девочка пригласила премьер-министра на свою выставку, но он приехать не смог. На письмо ответил и передал талантливой девочке фотоальбом. В нем фотографии, сделанные политиком за последние несколько лет во время его рабочих поездок. Книгу Алисе передал глава Севастополя Дмитрий Овсянников. Алиса Егорочкина впервые взяла кисть в руки в 2,5 года, а в 5 лет уже состоялась ее первая персональная выставка. Сегодня в коллекции 8-летней художницы около 200 работ. Большинство из них – морские пейзажи. Свою 6-ю персональную выставку Алиса посвятила известному маринисту Айвазовскому. К ней она готовилась 2 года. Девочка представила около 70 работ. Экспозицию так и назвала «Мое любимое море». А я люблю и такое море. Люблю и спокойное, и бешеное море. Из окна иногда смотрю, иногда фантазирую, а иногда по памяти могу. На открытие выставки семья пригласила премьер-министра Дмитрия Медведева. Несколько лет назад председатель правительства России помог девочке в приобретении инвалидного кресла. В конце июля мама Алисы написала в приемную премьера. На письмо ответили. Несколько дней назад позвонили из администрации, уже сказали, что Дмитрий Анатольевич в курсе, то, что выставка Алисы проходит. Сам, к сожалению, прибыть не смог, передал Алисе подарок. Мы вообще не ожидали, очень приятно, конечно. Девочка получила альбом с фотографиями, сделанными Дмитрием Медведевым во время его поездок. В книге снимки из разных уголков мира, а на развороте личная подпись премьер-министра. Альбом Алисе передал глава Севастополя Дмитрий Овсянников. Спасибо, спасибо. Руководитель города высоко оценил творчество 8-летней художницы и пожелал ей продолжать радовать зрителей своими работами. Сам хочу посмотреть, но что мой взгляд упал на одну картину, я уже оторвать не могу от нее взгляд. Персональная выставка Алисы Егорочкиной будет открыта до 3 сентября. Экспозиция размещена в кинопавильоне на историческом бульваре. Елена Корнухова, Сергей Котляренко, Екатерина Серова. Информационный канал Севастополя. В 2017 году на поддержку рыбной отрасли правительство Севастополя выделило 36 миллионов рублей. В этом году севастопольские рыбопромышленные предприятия впервые получили господдержку. Информация размещена на официальном сайте правительства. По словам директора департамента сельского хозяйства Дмитрия Чумакова, более 20 миллионов рублей по итогам конкурса получили 7 организаций, занятых в сфере промышленного рыболовства, рыбопереработки и аквакультуры. Напомним, что рост объемов рыбного промысла – один из важных приоритетов стратегии социально-экономического развития Севастополя до 2030 года. В продолжении темы. На набережной в Балаклаве появится ярмарка по реализации рыбы. На улице Назукина в районе 29-го дома раньше находились нестационарные торговые объекты. Вскоре на этом месте обустроят точки для продажи рыбной продукции. В Севастополе также организуют 33 ярмарочные площадки по реализации бахчевых культур.
Как отметило руководство Главного управления потребительского рынка и лицензирования, в список участников городских ярмарок добавлена Ассоциация сельскохозяйственных производителей региона. Это увеличивает процент свежей продукции, выращенной в Крыму и Севастополе. Напомним, что по поручению Дмитрия Овсянникова правительство разрабатывает комплекс мер по созданию сети торговых мест для севастопольских фермеров и борьбе с незаконными нестационарными объектами. И о погоде. Как сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 августа в городе ожидается северо-восточный ветер 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 22, плюс 24 градуса, днем плюс 32, плюс 34. Средняя температура воды у берегов Черного моря 25 градусов. И на этом пока все. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.